В Подмосковье проводят подготовку общественного транспорта к весенне-летнему сезону. В Минтрассе региона сообщили, что проверят почти 8500 автобусов и электричек. Особое внимание будет уделено системам, которые отвечают за безопасность пассажиров. Так, в автобусах проверят систему охлаждения двигателя, кондиционеры, электрооборудование, работу фары, исправность стеклоочистителей. Повышенное внимание уделят тормозной и пневматическим системам. Также в автобусах проверят подъемники для маломобильных граждан. У электропоездов в ходе осмотра проверят состояние колесных пар, автосцепок и электрооборудования. Работы по сезонной подготовке общественного транспорта завершатся в мае.